Всем привет! Меня зовут Петр Петрушенко, основатель VeloClub, а также онлайн-школы плетения из вивового прута плетение.онлайн. В сегодняшнем мастер-классе мы будем плести вот такую овальную корзину. Особенностью этой корзины является то, что она сплетена в один слой послойного плетения. В этой корзине применена широкая загибка, широкая коса, а также ручка, которая не имеет каких-то внешних элементов крепления, ни бандажей, ни звезды, ни внешних обмоток. Скрытая ручка. Также донышко у нее сплетено послойным плетением, что тоже является очень красивым и практичным. Ну что ж, плетение корзины. Начнем с разводки крестовины. Для этого я подготовил 4 длинных палочки продольных и 10 поперечных, более толстеньких. Дальше начнем разводку самой крестовины. Как это выглядит? При помощи шила, нож мы не используем, при помощи шила делаем прокол в одной из палочек. Нужно это делать аккуратно, чтобы не повредить себе пальцы. Вот такой делаем прокол. И в него вставляем тонким кончиком продольную палочку. Далее то же самое повторяем со всеми 10 поперечными палочками. Важный акцент. На одну продольную палочку одеваем 10 поперечных, не наоборот. У каждой палочки поперечной есть изгиб. Его важно учитывать. В данный момент у нас вот эти изгибы будут уходить в эту сторону и в эту. Мы это учитываем при прокалывании палочки шилом. Эту палочку мы оставим на конец, как и вот эту. А более ровные палочки пойдут в середину. Еще немаловажный момент. При разводке больших крестовин важно учитывать, чтобы комель и вершинка чередовались. Здесь комель, здесь вершинка. Комель, вершинка, комель, вершинка, комель, вершинка. Чтобы вас не собрали с одной стороны одни вершинки, с другой стороны комеля. У нас это не особо заметно, так как донышко не очень большое. Но на больших донышках это важно. Вот изогнутая палочка. Мы ее прокалываем таким образом, чтобы этот изгиб использовать в своих целях. И еще одну изогнутую палочку.
используем, но уже с этой стороны, с другой. Итак, у нас 10 поперечных, одна продольная. Теперь, также используя это правило, что комель, вершинка должны чередоваться, мы добавляем еще 3 продольных палочки. После того, когда набор сделан, раздвигаем их на необходимую ширину. Вот это расстояние указывает, насколько овальное донышко будет больше в ширину, в длину, чем в ширину. От этого расстояния зависит вот эта разница между длиной донышка и его шириной. В данном случае это порядка 15 сантиметров. То есть получается, длина донышка у нас будет на 15 сантиметров больше, чем его ширина. После того, когда мы разводку, крестовину собрали, начинаем ее разводку. Для этого нам понадобится 4 длинных тонких прутика. Итак, разводка крестовины. Берем прутик, закладываем его за вторую стойку. Эти палочки называются стойками. Закладываем его за вторую стойку с краю. Вот первая стойка, вторая, третья и так далее. За вторую стойку закладываем и аккуратно огибаем все наши стойки. Стараемся, чтобы они не сдвигались друг относительно друга. Я надеюсь, схема плетения вам хорошо видна. И остановились. На этом моменте. Я не зря прут не приближаю. Вот он немножко отходит в сторону. Так мы заплели первый прут. Берем второй прут. Внимательно посмотрите, как это выглядит. Вторым прутом делаем то же самое, только с противоположной стороны. Также его вставляем за вторую стойку. И оплетаем заодно спереди, заодно сзади. Я стараюсь это сделать медленно, чтобы было понятно, как укладывается прут. И немножко не доплетаем. Далее третий прутик мы вставляем за первую стойку. Поэтому у нас вот это расстояние и выдержано, чтобы было куда подставить третий прут. Внимательно смотрим. Третьим прутом мы оплетаем также одну стойку спереди, одну сзади, но только теперь уже та стойка, которая была оплетена предыдущая сзади, теперь она оплетается спереди. Я думаю, вам хорошо видно эта схема. И четвертый прут точно так же подставляем за первую стойку по диагонали. За одну спереди, за одну сзади.
за одну спереди, за одну сзади. Вот исходное положение первого ряда разводки крестовины. Эта разводка не является классической, это чисто моя разводка. За долгие годы я пришел к ней, так как она наиболее оптимальна и рациональна. Она не скручивает донышко. Донышко у овальных корзин, как правило, у всех плетельщиков сведено винтом. Это стандартная ситуация при классическом разведении крестовин. При разводке таким способом этой проблемы не будет. Далее продолжаем плести. Я думаю, вам хорошо видно, как мы это делаем. Здесь совмещено простое плетение и веревочка в два прута. Теперь вот эти стойки нужно развести. Сейчас они смотрят все в одну сторону. Эти две стойки туда, в одну сторону. Эти четыре стойки, как одна, идут под 90 градусов. А нам нужно их развести солнышком таким. Как это делаем? Отгибаем одну из двух стоек, отгибаем. Тот прут, который сзади, выводим наперед. Он может лопнуть, но это ничего страшного. Далее, вторым прутом огибаем одну стойку спереди, вторую сзади. Это исходное положение для веревочки в два прута. Снова берем левый прут. Огибаем одну стойку спереди и одну стойку сзади. Исходное положение. Снова берем левый прут, огибаем одну стойку спереди, одну стойку сзади. Исходное положение. Левый прут, одну стойку спереди, одну стойку сзади. Снова левым прутом, одну спереди, одну сзади. Снова левый прут, одну спереди. Прут может подломиться. Но его можно нарастить. Это небольшая проблема. Снова левым прутом огибаем одну стойку спереди, одну сзади. И таким образом мы все вот эти прутья развели по отдельности. До разводки они были все вместе. После разводки они выглядят вот так, равномерно разведенные между собой. Эти прутья у нас теперь идут под обрезку. Вот этот и вот этот прут идут под обрезку. То же самое повторяем с этой стороны. Есть один нюанс. Сейчас эти прутья я обрежу, чтобы они нам не мешали. Подрезаем аккуратно с опорой на стойку, чтобы прут имел опору на стоечку. Чтобы у нас прутик не ломался, его можно подкрутить. Что я имею в виду? Вот этот прут, чтобы, допустим, не сломался, мы его можем слегка подкрутить. И вот этот прут можем подкрутить. Вот он у меня достаточно пластичный, но их можно подкручивать.
вокруг своей оси и в скрученном состоянии заплетать. При разводке крестовины этого не будет особо заметно, но это позволит вам избежать лишних изломов. Так. В данный момент мы видим, что некоторые противна сломались. Это нормальная ситуация. При разводке крестовины прут очень сильно изгибается. Вот, и он может ломаться. Ничего страшного в этом нет. Мы просто аккуратно подрезаем. И ничего у нас не будет заметно. Кончики срезаем таким образом, чтобы они все имели опору. Хорошую опору на стойку, но при этом пальцами не задевались. Вот прутик, который мы наращивали, мы также аккуратненько подрезаем с одной и с другой стороны. Таким образом мы получили разводку крестовины для ее заплетения далее. Продолжаем плетение нашего донышка. Мы имеем крестовину разведенную и прутья, который мы берем из нашего набора для заплетения донышка. Количество стоек в нашем донышке 22. Вот если их посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 стойки. Количество прутьев из нашего набора должно быть также 22. Прутья у нас идут с запасом, с небольшим, поэтому я подготовил 25 прутьев. Они имеют примерно длину около метра, но нам такая длина не понадобится. В реальном мы заплетем сантиметров 80. Итак, как выглядит плетение? Донышко мы будем заплетать послойным плетением. Послойным плетением донышки заплетают крайне редко. Я пользуюсь этим постоянно, так как оно не приводит к выворачиванию донышка винтом. Стандартно все донышки заплетаются веревочкой в два прута, и оно как раз имеет вот такой дефект. Мы будем заплетать послойным плетением. Как это выглядит? Берем прутик и огибаем. Одну спереди, одну сзади. И оставили его. Берем следующий прутик и огибаем следующую стойку слева, одну спереди, одну сзади. Вот, смотрим. Один прутик обогнул вот эту стойку, следующий прутик обогнул вот эту стойку. И в таком месте их оставили. Третьим прутом продолжаем оплетать стойку слева. Одну спереди, одну сзади. И соединяем его там, где у нас закончился первый прут. Вот. Первый, второй, третий. Также поступаем с четвертым и со всеми последующими прутьями. Огибаем одну стойку спереди, одну стойку сзади, снова спереди, снова сзади. И оставляем их нечетные вот здесь, четные вот здесь. Все вокруг этой стойки. Дальше мы их не проплетаем, оставляем только их в одном месте. Но каждый последующий прут мы заправляем за следующую стойку слева, 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 слева. Каждый последующий прут.
стойки поначалу могут нам казаться кривостоящими, но мы их в процессе плетения все выравниваем. Выравниваем и направляем в то положение, куда нам необходимо. Важно при этом следить, чтобы расстояния между стойками были примерно одинаковы. Чтобы не было здесь широко, здесь узко. Ну, например. От этого будет зависеть далее красота всей корзины и правильность ее формы. Этот прием не является классическим, но он имеет массу преимуществ, о которых я скажу чуть-чуть позже. Прием заплетения донышка. На первый взгляд может показаться сложным, но после того, как вы попробуете сделать несколько таких донышек, станет понятно, что это не очень просто все. Обратите внимание на положение пальцев во время плетения. Как пальцы держат прут. Левая рука придерживает прут сзади, правая рука управляет им. Этот палец прижимает прут, чтобы он не уходил вверх. Удерживает его у основания нашего донышка. Также сзади вот этот палец придерживает прут, чтобы он не уходил вверх. Еще раз покажу. Чтобы он не уходил вверх, а оставался в том положении, которое нам нужно, у основания донышка. Во время плетения каждый раз я поправляю стойки в нужное мне положение. Так продолжаем плести, пока не замкнем весь круг. Пока все 22 прута не будут вплетены в нашу крестовину. Если вам в процессе работы необходимо смочить прут, смело идите и смачивайте. Не ждите, пока они начнут ломаться. В том, что прут ломается, конечно, страшного ничего нет. Но старайтесь этого избегать. По возможности, конечно. Не бывает ни одного изделия, где бы прут как-то не сломался или там не расщепился бы. Ива является живым материалом, и как любая древесина, с ней нужно, во-первых, аккуратно обращаться, а во-вторых, она не идеальна. Это не из станка какая-то нить там или что-то еще. Нити и то бывают рубятся, тех же ткачей. Поэтому ничего страшного в этом нет, и бояться этого не стоит нисколько.
что прутики могут ломаться. Далее мы контролируем диаметр нашего донышка. Как это происходит? Размеры внешние. До середины, вот сейчас у нас донышко 7,5 сантиметров размер имеет. У нас еще должна быть загибка, так называемая ложная веревочка. Мы на нее добавляем при таком диаметре прута еще 7 миллиметров примерно. Итак, у нас будет порядка 8 сантиметров. Итого общая ширина будет 16 сантиметров. Для нас это более чем достаточно. Ширина нашего донышка. Поэтому больше мы увеличивать ширину донышка не будем. Но прутья надо заплетать. Поэтому дальше мы будем просто располагать последовательно друг за другом. Выглядит это вот так. Каждый последующий прут мы начинаем слева, 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 и также оставляем слева от предыдущего, слева от предыдущего. Но я думаю, на видео вам будет хорошо все это видно, как это происходит на самом деле. При такой длине прута можно было донышко сплести покрупнее, но нам сейчас оно такое крупное не нужно. Но вы это учитывайте при планировании ваших изделий, какой размер прута вам нужен для выплетения подобного донышка. В наших наборах отдельно нет прутьев для донышек, поэтому их нужно будет выбирать из того комплекта, который там представлен. Здесь, когда мы завершаем круг, надо быть очень внимательным, чтобы не упустить какие-то из прутьев. Вот прутья у нас выходят из крестовины, и казалось бы, на этом все. Но нет, у нас еще не хватает вот здесь и вот здесь два прута. За этим нужно внимательно следить. Для проверки, все ли прутья у вас подставлены, можно будет их просто пересчитать по хвостикам, сколько их там есть. Если их 22, значит все подставлены. Если их 20, значит не хватает двух прутьев. И в этот момент упустили. И вот последний прутик мы подставляем. Поэтому первые прутья мы не плотно прижимали к основанию крестовины, а с небольшим зазором, чтобы легче было вставить последние прутья из заплетения этой крестовины.
А далее заплетаем следующий прут, который был самым первым. Последовательно друг за другом. Сначала мы накапливали здесь прутья, а теперь мы их последовательно друг за другом, не перепутывая, вплетаем в донышко. В процессе плетения все прутья, естественно, сохнут. И вы следите за тем, чтобы они не пересыхали. Так как времени на плетение донышка требуется достаточно много, то прутья периодически нужно смачивать, как это делаю я. Итак, продолжаем плетение. Расплетая наш хвост, так называемый. Сейчас я поправлю. Под хвостом я имею в виду вот это, вот эти прутья. Во время выплетения еще раз обращаю ваше внимание на то, что стойки нужно равномерно распределять между собой, удерживая их в нужном положении, фиксируя их прутом плетения. Помимо того, что стойки должны быть расположены между собой на одинаковом расстоянии, они еще и в плоскости должны быть не вот так, а ровно, чтобы не было одна сверху, одна снизу. Классический вариант у новичков, как правило, одна стойка уходит, две стоят вверху. Вот так вот все выглядит. За этим также надо следить, чтобы этого не было. Чтобы все стойки располагались в одной плоскости. Вот мы завершаем заплетение нашего хвоста, так называемого. И теперь нам нужно проследить, чтобы за каждой стойкой находилось по одному прутику. За каждой, за всеми без исключения. Вот мы проследили. За каждой стоечкой у нас идет по одному прутику. Далее. Очень важный элемент, который называется ложной веревочкой. Этим пользуюсь только я. Крайне мало мастеров знает об этом способе. Это эффективный способ закрепить кончики прутьев, не прибегая к дополнительным еще прутьям.
При всем при этом сама веревочка держит сама себя. Эта загибка будет держать сама себя, не распускаясь. Начинаем с любого места, в принципе. Ну, наиболее удобно это делать вот на ровной стороне. Берем прут и огибаем две стойки справа. Под третью. Две стойки справа под третью. И по два прута, которые выходят за этими стойками. Вот внимательно посмотрите на начало, как это выглядит. Далее берем следующий прут справа и точно так же огибаем две стойки вправо под третью. Но при этом по два прута, которые выходят из этих стоек. Третий прут. Огибаем две стойки справа под третью и под два прута, которые выходят из этих двух стоек. И так далее по кругу. Этот элемент достаточно сложный, но очень эффективный. Обратите внимание, левой рукой я придерживаю прут. Вот я его уложил. И придерживаю, чтобы он не уходил вот туда вверх. Две стойки справа под третью и под два прута, выходящих из этих стоек. Две стойки спереди. Под третью и по два прута, выходящие из этих стоек. Вот внимательно обратите внимание на то, как заплетается эта ложная веревочка. Почему веревочка называется ложной? Потому что по внешнему виду она имитирует обычную веревочку в три прута, но не являясь таковой. Итак, мы по кругу продолжаем выполнять эту ложную веревочку. В чем преимущество именно такого окончания донышка? Сама веревочка не является дополнительной, она является продолжением этих прутьев, она является как бы составной частью самого донышка. Она не отдельно приплетена, как это сделано в классических вариантах, она является составной частью прута плетения и самого донышка. Соответственно, она не будет у нас слетать, она не будет у нас сдвигаться, потому что она является продолжением всего вот этого массива плетения. Итак, мы подходим к началу, откуда мы начинали. Схема нигде не нарушается. Далее. Вот начало. У нас должно остаться два прута. Берем также левый прут, огибаем две стойки под третью, но под огибаем две стойки под третью и под два прута, которые выходят из этих стоек. Но один из них уже у нас уложен. Но на схеме это никак не должно сказываться. Ничего в самой схеме заплетения не меняется. Единственное, что мы теперь этот прут проведем вот здесь при помощи шила. Проведем под два прута. Вот один прут, вот второй. Под него заправим.
Далее, последний пруд точно так же, не нарушая схемы. Мы оплетаем две стойки спереди, одну стойку сзади. Немножко подрезаем, чтобы она была удобнее. Но теперь оба прута, вот второй, вот они, два прута. Но они уже оба уложены. Но ничего не меняется у нас. Мы под них заводим наш последний прутик. И далее все это затягиваем и укрепляем. В результате мы закрыли наше донышко. Все прутья держат сами себя, они заходят под соседние прутья. И вся эта наша конструкция не распадается, она не распускается, она самодостаточна, скажем так. Теперь нужна правильная обрезка. Если посмотреть с обратной стороны, вот что мы видим. Обрезка у нас выглядит вот таким образом. Мы срезаем каждый прутик с тем, чтобы он имел опору на стойку, надежную опору на стойку, но при этом не торчал. То есть его не так вот срезаем, чтобы он цеплялся, а вот он не цепляется пальцами. Аккуратно срезаем вот так, чтобы он не цеплялся пальцами. И вот так по кругу мы срезаем все прутья. Ну и, естественно, кончики эти мы не выбрасываем. Они нам еще могут пригодиться. Возможно, не в этой корзине, а в каких-либо еще изделиях. Так мы срезали внешние кончики. Теперь срезаем внутренние, с которых мы начинали. Делать это нужно также аккуратно, чтобы пальцами это не задевалось. Так как это будет корзина, то обрезка внутри корзины должна быть особенно тщательной. Сюда владельцы этой корзины могут что-то класть, чтобы это не портилось. Там пакеты какие-то, я не знаю. Ну, все, что сюда попадает, не должно задеваться обрезками самих кончиков. Вот этого нет. Пальцем проверяем и не чувствуем, что что-то нам мешает, что-то цепляется. Обрезку можно сделать как ножом, так и с помощью секатора. Секатор при этом должен быть остро отточен. И вот такими аккуратными движениями, быстро, просто делается обрезка. Обрезку лучше делать, пока донышко сырое. Если донышко высохнет, то прутья у вас будут просто крошиться. Край и срез при этом будут неровными и хрупкими. Вот сейчас проверили. Вроде нигде не задевает. Если что-то где-то задевает, мы это подрезаем дополнительно. Вот. Теперь не задевает. Так. Вот у нас остались еще кончики стоек. Их точно так же. Если вы сейчас планируете заплетать далее корзину, то их можно сразу срезать. Если вы планируете заплетать корзину впоследствии, то срезать их необходимо непосредственно перед плетением. Почему? Потому что сейчас донышко у нас сырое, и сам прут не скользит по стойкам. Поэтому если мы стойку срежем, допустим, вот так вот, ну, например, вот, стойка будет срезана заподлицо. Если прут у нас высохнет, то при подстановке следующих стоек в стенок у нас прут сдвинется, и этот конец будет торчать. Поэтому срезаем его тогда, когда уже подставляем стойки самой корзины. Так как мы плести будем сейчас, дальше продолжать, то я срезаю все стойки сразу. Как срезаем? Срезаем максимально плотно, чтобы сама стоечка не выступала за пределы плетения.
правильный срез делается, когда вот у секатора есть две бранши, толстая и тонкая. Когда тонкая бранша кладется к донышку. Если к донышку повернуть толстую браншу, то на ширину этой бранши будет торчать сам пенечек этот. К примеру, это вот так вот я толстую браншу приложил. У нас пенечек, ну, я не знаю, видно ли, но он немножко торчит. А если тонкая бранша, вон я еще сколько срезал. Поэтому прижимаем тонкой браншей и срезаем наши стойки. У вас, наверное, возникнет вопрос, почему у нас посередине стойки сдвоены. При подстановке стоек корзины, тулова корзины, я вам все это объясню. Будет понятно, почему именно. Вот так выглядит завершенное, готовое донышко овальной корзины. Оно имеет размеры 30 на 15 сантиметров. Расстояние, как я и говорил, между крайними стоечками 15 сантиметров внутри. Вот эта разница, она и есть разница между шириной и длиной донышка.